Несмотря на заточение, несмотря на захват власти большевиками, несмотря на уже начинавшуюся гражданскую войну, до апреля 1918 года у плененной царской семьи еще были шансы на спасение. Даже в захваченном большевиками Тобольске узников охраняла команда гвардейских стрелков, приставленная к ним еще временным правительством. От охраны зависело многое. Находившуюся под домашним арестом в своем крымском имении Айтадор, вдовствующую императрицу Марию Федоровну, мать государя, от большевистской расправы спас именно командир караульной команды. Караулом, охранявшим царскую семью, состоявшим не из революционного сброда, но из стрелков лейб-гвардии 2-го стрелкового полка, командовал гвардейский же полковник Евгений Кобылинский. Быть царским тюремщиком – должность гнусная. Но, как видно из истории предотвращенного убийства матери государя, не всегда подлое и даже оставляющее место для подвига. Кобылинский с большим пиететом относился к своему узнику. Однако в марте 1917 года обманным путем большевики добились передачи пленников от прежнего конвоя в руки присланной из Москвы команды комиссара Яковлева. Кобылинскому было разъяснено, что император и его семья перевозятся в Москву, где они вплоть до дальнейшего решения их судьбы будут находиться под охраной немецкой дипломатической миссии. Не было и речи о простом изменении места ссылки. Однако именно в это время в Екатеринбурге инженер Ипатьев приобретает у вдовы Попель тот самый нехороший дом. И даже не собираясь в нем жить, меблирует его из расчета на пребывание в нем большого количества людей. Между тем, официально миссия Яковлева заключалась именно в транспортировке пленников в Москву. Таково было требование германского императора Вильгельма к своим платным агентам, главным из которых был Ульянов Ленин. И, судя по всему, человек, в просторечии именуемый Ильич, был готов выполнить это требование. Вот только большевики не были однородной массой. Если Ульянов был относительно самостоятельной фигурой, в известной степени связанной только со своими немецкими спонсорами, то были рядом с ним и такие люди, как Свердлов и Троцкий, напрямую получавшие деньги из рук императора американских финансов Якоба Шифа. Это была эпоха Брестского мира, и царская семья могла стать дополнительным козырем в германской колоде. Но, оказавшись за границей, государь получал доступ к тайным вкладам, в обмен на которые Якоб Шиф в свое время прекратил прямое финансирование российских революционных партий. Это была колоссальная по тем временам сумма в размере 480 миллионов долларов, или без малого – 1 миллиарда царских серебряных рублей. Со смертью императора и его семьи эти, бывшие только во временном обращении деньги, становились фактической собственностью Шифа. Урал еще со времен революции 5-го года, по сути дела, был вотчиной Янкеля Свердлова. Из всей большевистской верхушки в наибольшей степени приближенного к Шифу человека. Его люди контролировали и Уралсовет в целом, и город Екатеринбург в частности. Здесь он имел достаточно возможностей, чтобы выполнить религиозно-мистический и финансовый заказ своего хозяина. Благодаря позднейшему коммунистическому мифотворчеству, как ленинского, так и сталинского и позднейшего периодов, Свердлов рисуется некой преданной тенью великого Ленина. Это не соответствует исторической действительности. Внимательное изучение обстоятельств и мотивов позволяет сделать вывод, что Свердлов – был не только организатором екатеринбургского злодеяния, но его же тень встает и за покушением на жизнь Ленина, состоявшегося 30 августа того же года на заводе Михельсона в Москве. Слишком поспешно, не то что без суда, что в бессудную эпоху и неудивительно, но почти без допросов и тем более без следствия была расстреляна полуслепая эсерка Фани Каплан. Так с эсерами большевики не поступали. Напомним, что знаменитая Мария Спиридонова, несмотря на участие в июльском мятеже эсеров, отделалась тюремным заключением и была расстреляна только 11 сентября 1941 года ввиду возможного оставления Москвы. По большому счету, максимальную выгоду от убийства Ленина извлекал именно Свердлов, становившийся первым лицом в большевистском государстве. Но именно Свердлов, как наймит и доверенное лицо всемогущего Шифа, был единственным коммунистическим функционером,
по-настоящему заинтересованным в убиении императора, государыни и их детей. 30 апреля 1918 года, в самом начале Страстной Седмицы, в канун Вальпургиевой ночи, император Николай Александрович, императрица Александра Федоровна и великая княжна Мария Николаевна впервые переступили порог Ипатьевского дома. 23 мая туда же были доставлены цесаревич Алексей Николаевич, великие княжны Ольга, Татьяна и Анастасия. Выйти оттуда им суждено не было. С момента заключения в Ипатьевском доме было резко сокращено количество людей, которым было разрешено проживать вместе с обреченной на смерть императорской семьей. Охрана теперь была абсолютно своя, сформированная из русских подонков, позднее дополненная так называемыми латышами. Ради исторической истины следует отметить, что хотя латыши и оставили несмываемый кровавый след в истории русского геноцида, в списках команды иностранцев, прибывших для исполнения задуманного убийства, латышских фамилий не обнаруживается. У большевиков не было ни формального, ни даже меркантильно-денежного повода сокращать штат прислуги или не допускать к царственным пленникам тех, кто добровольно последовал за ними в ссылку. Ведь им не приходилось платить за содержание узников и их добровольных спутников, и продовольствие, и иные припасы оплачивались не тюремщиками, но государем и государыней из собственных средств. Даже когда августейшая семья была вынуждена расстаться с большинством прислуги, императрица продолжала выплачивать уволенным служителям жалование, чтобы они имели возможность подыскать новый источник пропитания. Однако интересно, что общее количество людей, помещенных под стражу в доме Ипатьева, равнялось числу 13. Один из них, поварской ученик мальчик Седнев, будет отпущен за сутки до кровавой развязки. Впрочем, несколько лет спустя он также будет расстрелян. Большевики, начиная с участников цареубийства Радзинского и Вайнера, более известного под псевдонимом Войков, до наших современников Радзинского и Гелия Рябова, сочинили немало сказок о причинах, которые побудили их совершить екатеринбургское злодеяние. Это и побасенки о быстром приближении к городу отрядов армии Колчака, и красивые истории о неких офицерских заговорах. Вот устрашился комендант Юровский того, что придут офицеры с наганами, да и освободят пленников. Проголосовал он это дело в Уралсовете и расстрелял узников, имевших большое государственное значение. Но не случайно у главного большевика всех времен и народов при более чем неплохой успеваемости стоял невысокий балл по существующему в царской гимназии предмету логики. Как и большинство творений большевистского агитпропа, воспоминания цареубийц, будучи сопоставленными друг с другом в качестве следственного материала, рисуют взаимоисключающие сценарии. Это только лишний раз подтверждает тот факт, что даже в день казни никаких препятствий для доставки узников в Москву не существовало. И, следовательно, не это обстоятельство послужило причиной их убийства. Напомним, что в Тобольске командир отряда охраны, полковник Кобылинский, передал царственных пленников прибывшему за ними из Москвы комиссару Яковлеву только тогда, когда ему были предъявлены бумаги, согласно которым Совет народных комиссаров поручал ему, Яковлеву, доставить узников именно в Первопрестольную. Царская семья покидала Тобольск по частям. Сначала государь с императрицей и княжной Марией Николаевной. Они выехали до ледохода сухим путем. В те годы между Тобольском и Иркутском железной дороги не было. Это была физически трудная поездка в запряженных лошадьми тарантасах, а на некоторых перегонах и в крестьянских телегах. Впрочем, была для них в этом скорбном путешествии и нечаянная радость. Во время этой поездки исполнилось пророчество Григория Ефимовича Распутина, говорившего о том, что государь и государыня лично побывают в его родном доме в селе Покровском. Что бы ни говорили о Григории Распутине его ненавистники, но дар предвидения дается Богом только людям светлой души и чистого духа. Цесаревич Алексей, княжны Ольга, Татьяна и Анастасия отплыли в Иркутск уже по вскрывшемуся Иртышу на пароходе. 23 мая семья воссоединилась в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Никаких препятствий для их доставки в Москву более не существовало. Не было их и 17 июля, в день кровавой расправы. Это означает только одно.
Екатеринбург был изначально выбран не местом ссылки, но именно местом заранее спланированной казни. Юровский, Голощекин и стоящий за их спинами Янкель Свердлов ждали даже не предлога. Его легко можно было инсценировать. Инсценировать попытку освобождения царской семьи группой офицеров было несложно. По такому сценарию Гитлер начал вторжение в Польшу с Гляевицкой провокацией. А уж у чекистов Дзержинского был просто дар на всякого рода провокации и псевдозаговоры. Вроде дела Таганцева или знаменитой операции «Трест». Но если везти пленников в Москву никто не собирался, если поиск повода к убийству не имел значения, и оно могло быть осуществлено в любое удобное для тюремщиков время, это означает только одно. Время смерти диктовал Его Величество календарь. Это означает, что для убийц была важна именно дата пролития царственной крови. Это еще один, и при этом крайне важный, повод считать екатеринбургское дело ритуальным актом. 14 июля, в воскресенье, за три дня до смерти, для царственных пленников отслужили обедницу. Это было еще одним актом глумления. Обедница отличается от обедни, то есть от полной литургии, только одним. Во время обедницы не совершается великое таинство Евхаристии. И значит, нет причастия. Разница во времени не более чем в 30 минут. В духовном смысле разница космического масштаба. Даже священник, главный тюремщик и палач Янкель Юровский подобрал, что называется, со значением. Служивший обедницу иерей Иоанн Сторожев принадлежал, если не к когорте революционеров, то во всяком случае к числу ярых февралистов. В записках своих он весьма холодно описал происходившее. Это была странная служба. Сегодня нельзя установить, было ли это исполнено по приказанию Юровского, чтобы стать еще одним актом глумления над узниками, или это было наитие свыше. Но так или иначе, церковный хор неожиданно запел со святыми упокой. Слова погребальной молитвы входят в чин обедницы, но поют их только во время панихиды. Вопреки церковному чину, государь, а вслед за ним и все остальные, кому спустя три дня надлежало умереть, опустились на колени. Получилось так, что царственные мученики были отпеты заживо. Наконец, наступил день 17 июля, канун поминовения первого православного царя Руси, князя Андрея Боголюбского. И он же был кануном большого иудейского праздника – Дня памяти и скорби, когда поминается разрушение в этот день двух храмов иерусалимских. Для поклоняющихся сатане крайне важен выбор дня. Это должно быть преддверием большого религиозного праздника. С 23 мая вся царственная семья была в руках Юровского. Он не собирался везти ее в Москву. Он ждал наступления дня, наиболее благоприятного, к совершению мистического злодеяния. Последний император православной России должен был пасть от рук убийц в тот же день, когда под ножами неверных слуг принял смерть ее первый царь, великий князь Андрей Боголюбский. В сущности, якобы Шифа, как, впрочем, и Ленина, и Троцкого, и Свердлова, Россия как таковая не интересовала. С материальной точки зрения она должна была стать топливом, которым должно было разжечь пожар мировой революции. Не власть над Россией, но власть над миром. Такова была цель их борьбы и цель их злодейства. С мистической точки зрения, русский царь был последним удерживающим зло правителем. С его смертью вера в Бога на земле не отменялась. Но вместе с ним умирало последнее государство, в котором православное христианство было высшим законом жизни и для правительства, и для народа. Вместе с русским царем из мировой политики исчезало понятие совести. В убиении царской семьи во всем прослеживается жестокий богоборческий ритуал. Выбор места заточения и выбор места казни. Непрерывные попытки глумления и унижения, подобно тому, как перед распятием унижали и глумились над Спасителем. Общее число убиваемых – это сакральное число 12. Не менее сакральное количество узников – 13 человек, что символизирует Христа с 12 апостолами. Мальчик Седнев, отпущенный в канун казни, подобно обрядовому козлу отпущения, которого надлежало убить позднее, что и было сделано. Убийство было совершено с особой жестокостью. Остаются только два пункта, необходимых для того, чтобы сложилась полная картина сатанинского ритуала. Применение холодного оружия и сбор жертвенной крови.
Но общеизвестно, что царская семья была не заколота или зарезана, но расстреляна из короткоствольного кобурного оружия, револьверов и автоматических пистолетов. И мы даже знаем, что израсходовано было порядка 700 патронов различных калибров. Впрочем, именно это безумное количество выстрелов, дополненное тем, что даже после двухчасовой бойни некоторые из жертв все еще были живы и добиты штыками уже на улице, позволяет сделать вывод, что расстрел есть не более чем очередная мифологема. Это позволяет сделать парадоксальный вывод. Никакого расстрела не было вовсе. Царственные пленники были убиты иным способом. Есть еще один интересный факт. На следующий день после убийства из дома были вывезены все кровати, на которых спали жертвы екатеринбургской трагедии. Вся дорогостоящая обстановка Ипатьевского особняка вместе с ключами от дома была возвращена инженеру Ипатьеву. А вот все кровати были вывезены и уничтожены. Это называется уничтожением улик. Но какой уликой могли быть кровати замученных, стоявшие в комнатах второго этажа, если, согласно показаниям убийц, убивали их в полуподвальном помещении, в которое вели пресловутые 26 ступенек? Улика могла быть только одна – кровь людей, убитых на этих самых постелях. С большой долей уверенности можно сказать, что в так называемой расстрельной комнате были причинены несмертельные и немногочисленные ранения в мягкие ткани с целью обездвижить жертвы и лишить их возможности сопротивления. Само же убийство было осуществлено на их собственных постелях с применением холодного оружия. Следы пулевых отверстий, видимые на стенах расстрельной комнаты, тщательно изученные следователем Соколовым, говорят о том, что стрельба преимущественно велась не выше пояса или велась неприцельно в положении от бедра для создания фиктивных пулевых отметин, долженствующих подтвердить картину расстрела. Что же касается сбора крови, то не надо представлять эту гнусную процедуру как сливание ужасной красной жидкости в некие стеклянные сосуды. Оставим это для больных порфирией. Известный филолог Владимир Даль, служивший по Министерству внутренних дел, составил отчет о расследовании обстоятельств серии ритуальных убийств, совершенных на территории Российской империи в первой половине 19 века. Согласно расследованию Даля, кровь собирают на белое полотно. После высушивания полотно сжигается, и для ритуальных целей используется пепел окровавленной материи. По сегодняшний день не стихают споры о том, кто же был главным виновником трагических событий, разрушивших не только Российскую империю, но и русскую государственность как таковую. Одни историки взваливают ответственность на отдельных людей вроде Ленина или Троцкого. Другие возлагают ответственность на плечи целого народа. Одни называют революцию русской, другие именуют ее еврейским заговором. Как мы видим, все было гораздо сложнее. Были русские генералы, осуществившие последний в истории Российской империи военный переворот. Но можно ли считать русскими людей сознательно, ради личной власти, отвернувшихся от многовековых духовных традиций собственного народа? Были купцы-старообрядцы, вроде Гучкова и Морозова. Был патологически ненавидевший Россию и русский народ банкир Якоб Шиф. Но не он ли был готов дотла спалить 5 миллионов своих единокровных единоверцев в огне мировой революции? И кто был его истинным единоверцем, если причиной организованного им заговора было даже не уничтожение России, но установление господства над миром кучки сверхбогатых людей, открыто поклоняющихся омерзительному идолу с козлиными рогами? Пришли самозванные, некоронованные цари, залившие русскую землю кровью, страшнее, чем при иноземном нашествии. Теперь пришли иные времена. И с головой окунувшись в демократию, увидели многие, что и в ней, в демократии, нет и намека на правление народа, но есть жестокая и эгоистичная власть тех, чьи руки сжимают горловину денежного мешка. Иноземцы, а вслед за ними и отечественные либералы, с презрением вменяют в вину русскому человеку его устойчивую склонность к монархическому правлению, считая это проявлением внутренней несвободы. Меж тем, это злонамеренная неправда, в
подчинении воле царя помазанника Божия куда больше свободы, нежели в подчинении человеку, на время выбранному, случайно сложившимся большинством, к которому вы можете и не принадлежать. Для духовного возрождения не нужны ни деньги, ни танки. Но его единственным залогом и единственной движущей силой является покаяние за грехи. И среди прочих грехов за грех молчаливого принятия предками нашими убиения помазанника Божия, в котором незримо сходились духовные силовые нити, превращавшие разрозненное население русской равнины в великий и могучий русский народ. Народ, создавший последнее на земле христианское государство. Великий пророк земли русской, преподобный Серафим, предсказывая невообразимое для его современников падение русского царства, свидетельствовал и о его грядущем воскрешении. Чтобы пребывать в мире до тех пор, когда закончится человеческая история.